Полно вам снежочки на талой земле лежат. Здравы будьте, люди добрые, да люди славные. С вами я, сибирский казак Вадим Недоступ, представитель рубоксинга. Сегодня я и мои юные ученики продемонстрируем вам владение традиционным казачьим оружием, а именно казацкой шашкой. Итак, братва, снизу, начиная нижнюю восьмерку. Молодцы! Хлопчикам по 10 лет. Давай, давай, давай. Хорошо, переходим на горизонтальную восьмерку. Горизонтальную восьмерку. Чем отличается казачья фланкировка от концертной? Именно тем, что казаки всегда лезвием вперед наносят удары. Неважно это, если ты сзади рубишь, спереди. Представим, что мы рубим с коня. Вы не должны ни голову, ни хвост его не задеть. Раз, горизонтально. Оп, оп. Хорошо, хорошо. Сейчас боковую восьмерочку подключили. После того, как вы будете знать и уметь выполнять нижнюю горизонтальную и боковую восьмерочку, мы можем с вами работать на три стороны. То есть только левая сторона будет открыта. Поехали с боковой восьмерочкой наперед. А теперь смотрите, я защищаюсь полностью на четыре стороны. Работаем. Оп. Оп. Хорошо. Обязательно перебрасывание или перекидывание сделали. Оп. На другую ручку. И также второй рукой. Работаем. Хорошо. Молодцы. Сзади перехват. Сзади перехват. Давай, давай, молодцы. Ну что, братцы, нравится вам? Конечно. Изучать традиционное казачье оружие. Люба! Люба! Ну что, подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите в комментариях, какое бы вы хотели видеть следующее видео, и мы будем для вас стараться. Слава рубоксингу!